Привет, ребята! Если что, этот выпуск был записан на моем сервере Боброград. IP я оставлю в описании, сможете сюда подключиться. Также я бы хотел предупредить то, что после этого ролика в течение часа или получаса начинается стрим. Однако писать могут только те, кто подписаны на канал. Это сделано для того, чтобы боты не залетали и не спамили мне в чат. Все просто, вы подписываетесь на канал и можете писать в чат и общаться со мной. Приятного просмотра. Сегодня в нашу энциклопедию зашел один интересный персонаж. Такого вы очень редко сможете встретить на другом серваке. Дело в том, что главный герой успел обосраться по трем фронтам. Первый, он играл за модератора, это еще было до снятия ролика. Он обосрался тем, что он занимался покрывательством, он нарушал кучу правил, будучи наборным модератором. Второй случай был до записи видосика, а также после снятия с модераторки, будучи випом, он выкашивал абсолютно всех неугодных, подавая на каждого неугодного, опять же, жалоб. Под словами «всех неугодных» я подразумеваю реально всех неугодных. Вы в этом убедитесь прям в самом видосе. Ну, то есть, чтобы вы понимали, обычный юзер заходит на сервер, чтобы провести время, с кем-то пообщаться, поиграть, может быть, найти какого-то там напарника для игры, а этот заходит, чтобы мешать людям играть, подавая постоянно на них жалобу, засаживая их в баны, в джайлы, в пермачи. Вот этим он и занимался. Третий обсер этого человека я не хочу оглашать, так что досмотрите ролик до конца, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Ну а теперь пора, думаю, начинать. Я играл на сервере Боброград, это рубрика «Будни администратора», и сегодня мы снова будем попускать оборзевшего школьника. Так, я зашел на сервер, если что, сейчас будем искать дурачков. У меня есть несколько людей на примете, и мне кажется, улов может быть у него добудет. Работать. Жалоб много. По правилам иерархии на нашем серваке я обязан слушаться старших администраторов, вот я, собственно, это и сделал. Прошу вас пойти на работу, потому что много жалоб и не справляет. Окей. Администратор приказал мне поработать. Ну а чё отказываться? Будем разбирать ЖБ. Разбираем ЖБ и пойдем дальше играть и искать дурачков. Меню, активные жалобы. Здорово. Знакомьтесь, ребята, это Роникс, а также главный герой сегодняшнего ролика. Это один из печально известных игроков на Боброграде, который совсем недавно был снят с модераторки за неадекватность и покрывательство. После снятия ситуация не изменилась, неадекватность осталась, админа буза в принципе нет, потому что он VIP. Но заметим то, что после снятия он начал под копирку слизывать все мое поведение, всю мою манеру речи, все мои аргументы на каких-либо жалобах, а также начал доставать игроков своими жалобами по поводу и без. Вы спрашиваете, нахера я вам это все рассказываю, ведь все будет понятно и так в ролике, а я вам отвечу, чтобы у вас потом не возникало вопросов насчет меры пресечения такого вот поведения. Смотри, вот объясняйте. Я, короче, ставлю лицом Ксения Челика, он типа говорит, нет, типа, не стану. Когда сниматься точки, я его ударю шокером, он начинает меня резать, я его, блядь, ставлю в наручники, он убегает, я его убиваю. Потом он подбегает ко мне, он маньяк, все, не-не, это не на него. Потом он подбегает ко мне, говорит, а какой, типа, какой причине ты его ставишь дом к стене? Во-первых, причина жалобы. Не перебивай меня, не перебивай меня, я тебе еще раз говорю. Жалобы можно? Не перебивай. Заткнись. Если тебя сняли, то не агрессируй. Если тебя сняли. Друг друга. Мне причину можно пытаться объяснить? Мне ты пэхнуло, у меня было РП. Муж, можешь, пожалуйста, замолчать? Замолчи. Я не буду молчать, замолчи, мне не объяснили, и у меня было РП. Меня даже не спросили. Я закрываю жалобу, если вы будете перебивать друг друга. Поймите меня правильно, мне некомфортно разбирать жалобы, где игроки начинают как обезьяны в зоопарке друг друга перекрикивать. Поэтому я их изначально и предупредил, что я закрою ЖБ, если они не прекратят вот так вот собачиться, и пусть с ними разбирается какой-нибудь другой чел, а меня они вовсе пусть не трогают. Это называется... Можно отгагнуть его, пожалуйста? Я хочу сказать ситуацию, он начинает перебивать. По мне не объяснили ничего. Я на объясняю. Тебя жалоба. Минск... Капричина жалобы. Фридомол. А что ты меня оскорблял? Он говорил, объясняет. Я тебя оскорб... Логос. Я тебя оскорблял. Вот, увольнение. Отвечаю, что я тебя оскорблял. Да? Хорошо, пошли в Дискорд, я покажу у него администрации.
Никого не напоминает это поведение? Вы, наверное, скажете, а что тут такого? Чел прикопался к словам, как ты делаешь в своих видео, и решил засадить его за обман администрации. Прикол в том, что я это делаю для контента, и когда прям, ну, из ряда вон выходящий случай, когда чел вообще реально отбитый, конченый, и все самое плохое в нем совмещено. А этот чел, он на постоянке играет у нас и кидает на всех подряд ЖБ. Я не преувеличиваю, он кидает ЖБ по поводу и без. И большинство случаев он просто берет людей, закидывает кучей претензий, также обманами администратора, всем, что только можно, он просто людям портит игру. Я же, в свою очередь, не выкашиваю толпы игроков, прикапываясь к их словам. Я захожу записать ролик раза 2-3 в неделю, и то у меня не всегда выходит, и то я не всегда хочу прямо вот до людей докапываться. Ты сказал, что сейчас... Саня, все. Ты сказал, что я тебя оскорблял. Все. Дарка у меня есть. Нет. Он сказал, что он меня уволил за то, что я его, типа, оскорблял. Пошли в Discord, я тебе покажу, да? Ну-ка, и типа, увидишь, что у него обманывает. Причина жалобы сейчас. Вот смотри, я тебе говорю, лицом к стене, встаньте, пожалуйста. Дальше я, типа, его... У нас жалоба, короче, дальше Дима, я его... ты зараз объясняешь это. Я рассказываю ситуацию, которая подводит к этому. Потом он Диму, типа, убегает ко мне, по какой спрашивает... причине был? Он неадекват. Он подходит ко мне, спрашивает. Он подходит, заткнись. Он начинает матом и так далее. Полицейская собой не... Я закрываю ЖБ. Я его уволил. Так он меня перебивает. Зачем ты жалобу закрыл? Я понял, хорошо. Корректура на меня, окей, без проблем. Корректура на меня, окей, без проблем. Корректура на меня, окей, без проблем. Сука, что за животные, господи? Один другого затыкает, другой другого перебивает. Ну это ж бред вообще самый настоящий. Что это за херня? Я не могу с ними работать, это что за бред вообще? Как мне разбирать ЖБ, если они просто орут друг на друга? Один говорит другому заткнись, третий начинает какую-то еще другую версию рассказывать и пытаться докопаться. Кстати, я это заметил, ребят. Я заметил. Ой, Клинская... А, он теперь на меня подал жалобу, правильно, да? Ну, думаю, еще раз объяснять то, что он на всех подряд жалуется по поводу и без, не стоит. Мой вердикт такой, это ребенок с дефицитом внимания, который пытается постоянно до кого-то доебаться. Ну, естественно, до тех пор, пока ему хуем по лбу не настучат. Хорошо. Хорошо. Ну, я пока раннера возьму. Я просто побегаю по серваку. То есть, он на меня теперь жалобу подал. А в чем прикол, я не понял. Стоп, это... Нет, это не может быть. Не может быть, что я попал на него конкретно. Я рандомно зашел, я вам отвечаю. Я вот только-только в 6 часов я зашел, ролик выложил на канале, решил зайти на Бебру. Если это тот самый, о котором мне говорили, то... Ну пипец, что поделать еще. А, да, это тот самый чел, которого сняли. Да, он теперь на випке гоняет и докапывается до всех игроков. Чел пересмотрел мои ролики, я вам объясню сейчас. И он делает точно так же, как я, только... Ну, это докопался с Алиэкспресса рубрика, пацаны. Он не может нормально докопаться до одного человека. Вы видели на разборке, что ему сказали, то, что вот он кого-то там то ли задамажил, то ли оскорбил. Он говорит, так, все, это обман администратора, давай я сейчас демку покажу, и ты ему обман администратора впаяешь. Он абсолютно до всего докапывается. Если я докапываюсь по факту, этот... Просто до всего, что в голову придет. Сейчас на меня должна ЖБ прийти, я пока бегаю просто по серваку. Должны, по идее, разобрать на меня ЖБ кто-нибудь взять. Я пока занимаюсь небольшим паркуром. Ой. Я никогда не буду собой, если не прорекламлю что-то новое, что мы добавили на Боброград. Если что, это паркур. Ему, кстати, уже, ребят, говорили администраторы, чтобы он перестал докапываться до игроков. Это не прикольно, это не круто. Блять, раннер, лучше беги, тут какой-то снайпер вон на крыше, блядь, ебанут. Ты, блядь, конченый нахуй, вот в той стороне, блядь. Беги лучше, а то он, блядь, он просто... Паркур, паркур. Да ты чё, дурак, совсем? Ну ладно. Еблан. Что происходит? Напал на меня. Я защищался. Итак, переносимся на 20 минут вперед. Я прихожу на ту жалобу, где был этот Роникс, а также чел, на которого Роникс жаловался. Челик, на которого пожаловались, отлетел, и, естественно, он захотел уже следом докопаться до меня. Да, что такое? А, вот, еще одна жалоба. С ним сейчас разобраться.
и вот... Разобраться, подавать жалобу в Discord-сервер и разбираюсь уже там с старшими администраторами Сталкер, Ваки. Я вот сейчас просто, мне интересно узнать у него. И четвёрка. Я вот так меня не работу видел. Тебе подожди. Он же бы подал на меня, вроде. А, его четвёрка. Турнули, короче, да? И что вы думаете? Он реально пошел в Дискорд писать на меня ЖБ. По непонятной причине. Я вообще нисколько не рофлю, я после вот этой вот жалобы пошел искать его. Он все это время стоял на спавне. Он писал ЖБ в Дискорд. Я не понимаю, откуда столько ненависти к игрокам, с которыми ты вместе проводишь время на серваке. Себя-то я могу понять. Я создатель сервака, я за ним должен как-никак следить, поддерживать его имидж и просто не допускать того, чтобы люди другие отравляли нормальным ребятам игру своим либо поведением, как вот этот чел, либо каким-нибудь действием, как это делают админ-абузеры, которые вскоре улетают. Ну, на ФК сейчас. Ну так. Как я понял, у него жалоба будет. Тэпнуть закрыт. Его же можно, но ты ее закрыл, ты ее недоразобрал, я так и не понял почему. Можно. Ну хорошо, сейчас давай. Давай. Да, Роникс он такой. Какой? Приколист. А что он? Че, кто это? Вот этот Роникс. А че он? Он приколист. В смысле? Ну, такой, на прикольчике челик. Немного странноватый. Ну, в плане. Ну, в плане немного неадеквата. Что он? Говной поливается или что? Ну, короче, знаешь, такой нетоксичненький челикс. Я почему-то не могу тебе тэпнуть. А, ну я могу сам к тебе тэпнуть. Ну, уже и... Клинская? Давай, а какое именно? За 200. Нет. Но он должен вроде бы выйти скоро из АФК. Ну, что там он на тебя барагозил? Ну, там на меня это. Была ЖБ подана. И, наверное, да. Да, он меня отметил. Ну, я уже точно не помню, но он что-то хотел еще и против меня выдвинуть. Ну да. Ну, я как не наборный, как ну, админ. Тут уже, если он хочет подать жалобу на тебя, тут уже надо, ну, именно с нарушением админ-абузов и там... что-то подобное, то ему надо подавать жалобы именно в Дискорд-канал, в Эбраград. Это уже не ко мне, я понимаю. Но если что-то по РП-процессу, то, в принципе, вообще без проблем, я решу. Просыпайся. Я думаю... Как считаешь? А, я слушаю. Все. О, Роникс, да. Смотри, там... Ты подавал жалобу вот на него, я немного не разобрался, в чем проблема, что-то как, что где. И вот он попросил... Короче, я сейчас сюда уже все, я жалобу на... Ну, в Discord сейчас напишу на него. Потому что, ну, на демке видно, что он меня перебивает. А я просто, типа, ему говорю, ну, чтобы он замолчал, заткнись ему, говорю. А ну, он меня просто перебивает. Жалоба, и вот этот вот администратор закрывает жалобу мою. Да. Правильно, ты я администратору затыкаешь рот? Нет, я этому закрываю рот, тому, кто меня перебивает. Ну, и что, это адекватно, что ли? Человеку. Он меня перебивает без конца, я ему просто говорю, чтобы он замолчал. Ну, вы меня оба не слушали, я закрыл жалобу. Он сказал, что если вы будете перебивать друг друга, я закрою жалобу. Ну, я сказал, я сделал. Я продолжаю рассказывать ситуацию. Я вот продолжу ее рассказывать, просто продолжу. Ты закрываешь жалобу. И ты опять начал кричать, вообще, заткнись, и поэтому я ее закрыл. Мог чисто гак въебать дурачку, который, блядь, пиздел постоянно без остановки. Так они оба такие были, реально, чем мне двоих гагать, чтобы потом разборка в текстовый чат затянулась. Ну и второго бы въебал. И сказал бы им, пацаны, давайте в Discord демку показывайте, что у вас. Просто там, смотри, такая ситуация получилась. Мне жалоба прилетела. Я ее принял, жалобу эту. Вот, и начал объяснять тому человеку, говорю, вот на тебя жалоба. Начинаю спрашивать у него причину жалобы. Он говорит, Freedom Mode. Он мне раза два где-то... начал вообще издалека какие-то версии рассказывать про там оскорбление какое-то, про еще что-то. Я начинаю говорить суть жалобы демоут, за что задемоутили-то. Они начинают друг друга перебивать, и получается так, то что я говорю, ребят, я сейчас молчу стою, но говорю то, что вот не перебивайте, ведите себя адекватно.
Они меня не слушаются. Один начинает говорить, второй начинает говорить опять поперек. И получается так, то, что я предупреждаю их. Говорю, если вы будете сейчас себя неадекватно вести, слушай, один другого затыкать, а другой будет тоже орать, не в попад и перебивать, то я просто-напросто вашу ЖБ закрою, я не буду ее разбирать, пусть Логос разбирает кто-нибудь другой. А у тебя есть это? И вот демка это вот чего? Неадекватное поведение, это считается помехоразборком. Это считается неадекватным поведением? Да, помехоразборком. Данное правило запрещает мешать проводить разборки таким, ну, действиями, как он перебивать, тебе сам об убивать, этом только что ром, сказал. Сдавать раздражающие звуки. Я в курсе, что это помехоразборком. Он тебе сам об этом сейчас сказал. Теперь так в итоге, что он хочет от меня, не могу понять. Он на меня жалобу какую-то куда-то подал, то ли в Дискорд, или еще куда-то. Да, я на тебя жалобу подал, потому что причина. Ты не наказал нарушителя. Я вот, смотри. Причина жалобы. На 6-10. Ты не наказал его. Причина жалобы Freedom Out. Я объясняю ситуацию, типа, что он второй раз подходит и докапывается до челиков, за что вы ставите его лицом в сне, либо за что вы его убили, когда челики убегают. Я говорю, типа, зачем ты ходишь, если докапываешься? Ну, я думаю, вы поняли, насколько много у него дома обуви. То есть чел, который сам систематически до всех докапывается и донимает их своими жалобами по поводу и без, предъявляет другому человеку, мол, почему ты до всех докапываешься? Он как, вообще адекватный? Он меня домоутил за неадекватность. Только я это в более грубой форме сказал, типа, с матом. Жалобу закрыл, я сказал, что будете перебивать друг друга и мешать мне проводить разборки и разговаривать с вами, я закрою жалобу. Они начали опять перебивать друг друга. Этот сидит как упырь просто, начинает его затыкать, говорит, заткнись, 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 заткнись. Что, не так, что ли, было? Ты ему демку показывал, да? Первый раз было так. Второй раз, когда типа ты сказал уже. А мне этого достаточно. Мне этого достаточно, что ты начинаешь его просто затыкать на ровном месте. Это вообще-то моя задача была. Ты себя судьей почувствовал? А что, он до сих пор будет жалобу держать? Вот это, если у меня есть доказания, окей, хорошо. Задержали. Он будет жалобу дальше ждать разбора? В Дискорд-канал. Ему этого недостаточно, то, что вы сказали? Я не знаю. Ну что, опять жаловаться мне будешь? Серьезно? Жаловаться будешь опять? Не, ну, в принципе, ты его не наказал. Вот еду. Ты же ебанутый, ты на всех ЖБ подряд кидаешься. Тебе что, в жизни плохо, что ли? На кого на всех подряд? На всех подряд ты ЖБ кидаешь. Нет, не на всех. В смысле нет, не на всех? Почему мне тогда администрация говорит о другом? На плисера только жалобу кинул, потому что он на меня забанил. На плисера кину, на этого типа кину, на меня кину. Ты на весь сервак жалобы кидаешь или что? Не, на себя кинул, потому что ты его не забанил тогда. Так он тебе только что разжевал. Меня бы тогда старшая администрация объяснила, я понял, что я не прав, был все сказал. Ну какая тебе старшая администрация объяснила? Ребят, повторюсь, он также страдал херней за модератора. Администрация ему ввалила пизды, но, видимо, ему этого было мало, и он продолжил страдать херней на випке. Стоит ли говорить о том, то, что вот после всего этого, его слова о том, то, что я все понял, я так не буду делать, уже ничего не стоит. Sorry. Сейчас ты мне объяснил, я все понял. Я что это, думаешь, поменяет что-то? Ты за модератора хуйней страдал, потом ты за випку хуйней страдаешь. Не чел, ты буквально за 10 минут две жалобы подряд кидаешь на людей. Ты дурачок совсем, что ли? Я ЖБ тогда закрыл. Я смотрю, раз, оп, и уже сразу ты на меня кидаешь ЖБ. Ты, блядь, я тебе говорю, ты на всех ЖБ подряд кидаешь, ты ёбнутый. На тебя я ЖБ кинул из-за того, что ты, типа, тогда не разобрал. Я чтобы тебе предупредил то, что если вы будете хуйней страдать, я закрою жалобу. Что тебя тогда не устроило? Перебивал-то он меня, а не, типа, я ему сказал просто заткнуться, чтобы он меня не, ну, перебивал. Ну, а ты на это повелся, молодец. В принципе, сейчас тебе можно неадекватность паять. Хочешь? Клинская, не, ну окей, если, слышишь? Типа, сказать челику заткнись, это помеха разборка. Или это неадекватность за то, что он меня перебивает? Хорошо. Я тебе другой вопрос задаю. Ты себя что, санитаром Гаррис Мода возомнил? Я нет. Нет, а что ты тогда себя так ведешь, как ёбнутый, который на всех кидается с жалобами? На кого? На того челика? Алло, я тебе говорю, чел, ты ёбнутый. Ты после жалобы подаешь моментально ЖБ в игре. В игре ее отклонили, ты побежал сразу в Дискорд жаловаться или куда-то еще. Я говорю, ты ёбнутый. Когда тебе нормально, внятно там объяснили, почему жалоба была закрыта, я тебе говорю, ты ёбнутый. Тебе мало было, что тебя с модерки скинули? Ну, меня скинули, я понял, за что уже все, я это признал, давно еще. Но ты все равно не перестаешь хуйней страдать. Я это так пизды получил. Я просто подал на тебя жалобу, чтобы ты мне объяснил, типа, за что, почему ты закрыл жалобу, когда я, типа, либо тебе на тебя не дали, либо мне объяснил. Тоже понятно, просто так же жалобы не подойдут. Ты хотел именно его снять. Это же логично, как, не знаю, там, а плюс два. Не, ну он чисто челом мешает, я серьезно говорю, мне уже ни один чел на него жалуется. Да я знаю,
У меня чат был забит тем, что он всех заебывает. У меня сейчас личка в ВК, минимум 5 диалогов в этом дурачке. Я говорю, ты что, санитар Гаррисмода? Ходишь на всех, жалуешься, какую-то хуйню постоянно раскидываешь. Один жалобу закрыл, где ты себя вел как идиот. Тебя по-хорошему вместо слета с модраки нужно вообще пермачом нахуй выкинуть. Но тебя просто сняли с модраки и дали нормально просто дальше играть на серваке. Ты что делаешь? Я продолжил дальше играть. Но ты продолжил дальше страдать хуйней, но уже без модраки. Ты на всех подряд раскидываешь ЖБ. Ты банально на разборке, тебе напомнишь, что ты делал? Чел вот этот вот, который был Хентай или Наруто, у него ник. Он получается... Что-то сказал одну какую-то фразу, там то ли про оскорбления какие-то, типа не надо было меня оскорблять. Этот сразу, понимаешь, он накидывается на него. Точно, я точно тебя оскорблял. Тот говорит да. И он ему говорит, я бегу быстро показывать демку за обман администратора, сука, уничтожу, типа, блядь. С кого поведение скопировал, чел? С кого? С кого, говорю, скопировал? Дурачок. Санитар с Алиэкспресс. А я его не оскорблял, я просто сказал, что ты доебываешься. Ну я о другом говорю, о том, убили, что ты доебываешься до людей. Ты жалуешься на то, что там чел какой-то просто докопался в РП-плане. А ты в этот момент до людей доебываешься со своими жалобами. Ты адекватный, нет? Модера. Неадекватность, что за срок? Надо разбирать. А смотри, неадекватность — это бан 1 месяц, либо перманенты снятия. А, ну, это выбор очевиден. Можем попросить топ-админа, сейчас тебе скажу. Да нет, сейчас по-другому сделаем, вот этот я подпишу до перебана на перм, да и все. Кто-нибудь перебанит, точно. Ебать, что это за китайский закос под меня, господи. Последние слова. Какие они могут быть последние слова? Нету, все, давай, бань, окей, я понял.